Спортивная общественность нашего города как-то упустила тот факт, что 23 июня отмечается Международный Олимпийский день. Зато очень интересно и весело, а главное по-спортивному, его провели юные читатели библиотечного филиала номер 3, который располагается на улице Краснодонской. Вначале ребята кратко ознакомились с историей олимпийского движения, отвечали на вопросы викторины, ну а затем в сопровождении сотрудника библиотеки перешли проезжую часть и оказались в зеленой зоне. Вот тут-то и начались малые олимпийские игры. Интересные, веселые и шуточные. Ребята прыгали, как кенгуру, зажав ногами мяч, пробирались по болоту по кочкам, бегали с ложкой, стараясь не уронить с нее картошку, складывали спортивные слова из отдельных букв, участвовали в конкурсе «Тяни толкай», бросали в кольцо мяч, прыгали в одних штанах на двоих, стараясь обогнать соперников. Бурные эмоции вызвал конкурс эстафета «Бабок-ежек». Одна нога в ведре, да еще в руках веник. А думаете, легко бабки-ежки в ступе летать? Да еще и с метлой. Проводились также интеллектуальные конкурсы, в которых нужно было проявить знания и сообразительность. Конечно же, они тоже были на темы спорта и здоровья. Понравилось всем показательное выступление юной гимнастки Юлии Куницкой, одной из самых маленьких читательниц библиотеки. В общем, более 2 часов школьники Барановки активно отмечали Олимпийский день. В конце мероприятия каждый ребенок получил от сотрудников библиотеки маленький сувенир на память. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».